Народная культура в нашем городе живет и процветает. И ярким тому доказательством стало проведение Тольяттинским краеведческим музеем многонационального фестиваля «Большой котел народных традиций». Поле перед музеем наполнилось интересными участниками, народными умельцами в национальных костюмах и жителями города. На переносной сцене прошла большая концертная программа с участием различных этнических коллективов. В этом формате это событие проходит сегодня первый раз. Но так как у нас это поляна, музейная наша поляна, это пикники, которые неоднократно здесь проходили. И мы сегодня это мероприятие проводим с целью еще, чтобы вышли мы сегодня вот сюда, чтобы... Это один из следующих шагов в подготовке следующего проекта, это музейного квартала. Народные традиции предполагают и народное творчество. На фестивале оно было представлено вышивкой, керамикой, народными костюмами, расшитыми удивительными техниками, разными изделиями. Ремесленники не только представили свою продукцию, но и провели мастер-классы, охотно делясь с желающими секретами прикладного искусства. Познакомиться с традициями и обычаями можно было через разнообразные форматы. Например, принять участие в веселых и задорных ролевых народных играх, чувашской игре птицы, мордовской игре в ключи, татарских жмурках. Вы с самого начала тут? С момента? Нет, случайно попали, но так мне понравилось, вообще здорово. Что вы уже услышали, увидели, что оценили? Ой, понравились немцы, девчонки с Пискалов. Вот эти вот все поделки какие, какая красота вообще, да, прелесть. Очень все понравилось. А немцы вообще понравились. Класс, оружие. Мастер-класс. Оружие. Очень, да, мы сделали всякие дудки, разные игрушки, играли в игры. Да. И покупали сувениры, очень красивые. Тем, кто не смог принять участие в фестивале народного творчества, он доступен в формате одноименной выставки, которая будет работать до конца лета в левом крыле Тольяттинского краеведческого музея.